Suicide Squad! Attack! Так, ребята, всем привет. Да, это 4К качество, и это мейн-контент, да, то есть я с мейн-аккаунта, товарищ Эльвона с своего аккаунта. Ну, играем обычную игру, потому что разброс у нас больше, чем 2000 рейтинга. Эльвона, кто не знает, это ютубер, вот ссылочка вот тут, наверное, будет, да, сейчас всплывет на его канал. У него такой контент а-ля Мидурмипа сейчас, да, идет, но именно с его реплеями он очень интересную подачу делает, и в последнее время точно на Тетрисе играет. Вот решили мы с ним скооперироваться и вместе покатать немного. Так. Так. Это уже наша вторая попытка, ну, за сегодня, да, в прошлый раз там... вышел почему-то противник один, когда я Тейчеса пикнул. Здесь, наверное, такого не будет, и надеюсь, уже вроде все собрались, настроились хорошо. Неприятно рискинг немного, а в остальном все тип-топ. Герои приятные, пушить особо некому, кроме рискинга, собственно. О, раса 23 уровня. Понимаю, есть кому пушить. Кстати, обратите внимание на винрейт против расы, когда он в команде врага, да, 46% с половиной. Рейскинг 49,9, то есть он мне меньше проблем доставляет, чем Раста, например. Ну, против Распирита комфортно играть, против Мангольера, что удивительно сложно. Это странно. Это странно. Хотя статистика не такая большая, выборка игр небольшая. Вот против Раста глобальная выборка, да, и против Рейскинга тоже. И против Земель, а против Панга почему-то маленькая. Странно это. Странно это все, так что немного тут необъективненько получилось. Так. Пуч пятерка. Все, как я учил. Все, как завещал. Так, ну это все рандомы, да, то есть кроме меня и Тиника мы здесь никого не знаем. Поехали, поехали. Пик у нас прикольный, я бы сказал, герои противника довольно приятные, все кроме Рискинга получается, да, ну все, сейчас раскочегаримся. На линии у нас с Тиником комбинация приятная, дефолтно, под сейва у противника никакого вот этой комбинации нету, да, то есть достигаем чертового уровня и должны выносить вперед ногами свою линию, а главное дальше по карте не потеряться и правильно дела делать. Вот, вот так. Обязательно отпишитесь в комментариях, что вы думаете о вот таком качестве записи именно 4К. И вообще, много ли вас, тех, кто имеет мониторы, чтобы на него смотреть, да, и... Или, может, вы чувствуете разницу, если вы смотрите там с Full HD экрана, например. Так, надеюсь, лагать не будет. Ну, вроде не должно. Я играл обычно в 4К, да, когда вне стрим играю. Но играл без записи. Здесь с записью, поэтому не знаю. Все может быть. Ручаться не берусь. Не, вроде все гладненько, хорошо на максималках. Так. Вот тут мне топит за меня. Вот так вроде отвечают, когда я, типа, милый. Кстати, можно реконнект сделать, да? И ник поменять. Раз все-таки на запись, пусть будет вот так, чтобы на его канале тоже ребята видели, что я. Это я, корова моя. Ага. Так. Ну, поначалу главное, чтобы экспа была, правильно? Наверное. Наверное. Ну, пусть он сам качается, я не буду особо вмешиваться. Беру третий, потому что играю против русскоязычной аудитории. Очевидно, тут могут быть ребята в теме. Что-то как обычно делается. Почему-то никого не вижу до сих пор. Это странно. Ну, ничего, появится. Блин, настолько же красиво смотрится это, пипец. Я вот, знаете, когда сол играю на 4К, я такой, ну, типа, привыкаешь и все, и пофиг, как бы, ну, качество и качество. А потом, когда перед стримом свечишься обратно в Full HD, прям так глаза режут, мне такое чувство, как будто у меня экран просто резко там в прошлый век укатывается. Будет что-то летел. Я не понимаю, где они? Где Раста с Рискингом? У них два контроля на двоих. Но если он не присыпет, то я умираю. Да, я умираю. Ну, то есть, правильно, что он не присыпал, в принципе. Потому что мы тогда стоять не могли нормально. А так? Смогу я ему помочь, нет? Или его сейчас съедят? Съедят, наверное. Вау. Слушай, вот это я понимаю геймплей. Вот это красавчик. Я вообще не ожидал, что он выйдет из ситуации. У него, кстати, нету никаких там фейри файров и так далее. 5 танга есть у моего товарища боевого. У этого щиток есть. Ну, тычки с руки, конечно, супер мощные у этих молодых. С этим ничего не поделать. На, тут главное экспу получить, правильно? Затерпеть, и все будет чики-пуки. Харасим этого товарища. Хилимся фласочкой. Вижу Расту. Раста, видишь, крипы не появились.
Все должны делать выводы. Всякое бывает. Так, это что тут у нас? Это я забираю себе. Так, меня сейчас будут есть. Или не будут? Нет, не стали кушать, смотрите-ка. Все нормально. Как же Раста меня душит? Да, жестко он, конечно, отвод реализовывает. И заденает, да, заденает. Курочка, курочка, ничего, сейчас поквитаемся, сейчас мы четвертый апнем с сиником, ух. Ляпота будет. Второй он апнул уже, отлично. В принципе, отстает немного от меня, потому что я присутствовал при фраге на рейскинге. Че, он там в центре идет? Да, снял. А я ему сейчас сниму. Что же мне? Зано не заржавеет, что называется. Прям вот так вот сразу обходим его по дуге. Бах, бах, хорошо. Так, товарищ выживет, нет? Ой, что-то его, по-моему, съедят. Хорошо, хорошо, отлично. Отлично. Он очень хорошо расконтроливает его, вообще не убивает. Красавчик Львона, что могу сказать? Отлетели, отлетели. Тяжелая линия, тяжелая. Ничего. Идем четвертый. We just wait level 4 and we are Gucci. Присыпочку бы ему. Он тосс взял, взял. Чтобы что? Тосс чаще на 2 секунды или как это работает? Это что-то увеличит вообще, нет? Макс тосса. Урон. Ну, в принципе. I'm ready for toss. Бам! Хорошо. Поехала комбинушка. Так. Ну, по идее, он не должен возвращаться сюда вообще, в принципе, на рейскинге. А там, кто знает. Я почти пятый. Очень важно пятый получить. Потому что кто-то сейчас зайдет сюда на дюминке и не умрет. Нет, подошел на рейскинге. Ой-ой-ой. Я не успел слоник нажать до раскачки суицида. Очень торопился парни посмотреть. Выживет? Нет? Нет, не выжил. Ну, пятый я апнул, в принципе. Пятый я, в принципе, апнул. Это шестой. Тут раз я пытаюсь что-то снять. Мне интересно, опция есть или нет. Надо смотрю купить, проверить. Ой, он там отлетает, да? Нет? Ух ты какой. Малый озорной. Так, маны ему залил. Вижу, у нас на них есть. А, тост этого парня, наверное, нет? На рискинге-то. Let's get rid of his ulti. Оп. А, у него не было ульты даже. Окей, это интересный выбор. Я не могу их реагрить? Ой, душновато. Это дичь, конечно. Что делать с этими ребятами? Типа, надо смоки покупать? Наверное. А, наверное, это правильный выбор. Я сейчас ушел от их вижена недолго. Ну, то, что рейскинга убили, это очень круто. Типа, он не должен был умирать, сам погиб. Парень, ты правильно нажать, Живна что-то хочет со мной сделать. Там сентря у него или что? Тос, 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 тос. Бегу, парни. Опс. Комбо-вомбо. Так, я в смоки ушел. Ага. I mean, I was so afraid for you. I'm sorry. Lost my discipline. Вау. Вот я понимаю. Ухаживает за мной. Так. Красиво на рейскинге это дел. Все живы? Отлично. Отлично. Очень хорошо.
Работаем. Отлично. Отлично. Хорошо. А, Пуч, давай он тебя тоснет, иди к нему. Ну вот, пожалуйста, пари, пари. Дисмембер. О. Эх, как же мы все отлетели? Как же мы все жестко отлетели? У него песок отпредродился, да? Кстати, они добьют, наверное, землю. Шейкер. Ну, он здесь может его прогнать, по идее. Ему нечего бояться. Нет? Русским языком прошу подойти сюда. Мы бы убили бы их всех здесь, они да. Битые были. А так они меня убили, ТП-шки еще нажали. Ой, живет. Ай-яй-яй-яй. Ай, блинк же был. Эй. Задумался, наверное. Победы. О, хорошо. Парни, даже... Дают так, хорошо. На боте умирает Нурси. Расстраивается по этому поводу безмерно. Ну ты не можешь его убить, он за тобой сейчас скелеты бегут, не видишь, что ли? Че? За хуйня? Я согласен частично с ним. В плане того, что скелеты это какая-то невероятная дичь. Так, я здесь через движение мин пойду. У меня слишком много ребят, которые работают со мной в плане... Там тосать на мины, хукать на мины, тыры-пыры, ля-ля-то-поля. Силы света укрепили свои сооружения. Вашу верхнюю башню атакуют. Ой, почти тоснул, кстати. А хукнуть? Не понял, они нас не видели, что ли? Почему не могли напасть на Урсу, хотя бы в теории? Эх, старик отдал только. А, у меня не было старика. Ну, значит, ничего не отдал, отлично. Fight him here, fight. Эх, он бы песочек дал. Речка там дать. Ну ладно, ладно, ничего страшного. Маленькая оплошность. В большом процессе. Просто прилайн не проиграл. Прилайн мой был. Ой-ой-ой. Я отлетел. Как земля здесь не попал? Или он там... В инвизе был, в смоке? А, в инвизе, наверное. У меня же здесь инвентаря было, поэтому я увидел. Поэтому я видел. Что-то я ошибся. Не должен был сюда выходить. Вышечку теряем. Надо что-то систематичнее придумать. Что-то посистемнее, чем то, что мы сейчас сделаем. Так. Опа, тык. Хорошо идем. Ого. Ну он улетел. И вышку мы не задаем. А, в смысле, а, так он в инви. А, шедо амулет. Поэтому видно не было, видимо. Съесть его? Нет, наверное, торнадо. Мина. Эх. О, отлично. А здесь как? Отлично. Ну, Мика есть только одна, вот это. В принципе, все отлично получилось. Там без инвокера дрались. Если этого подловил немножко на урон. Варди сняли? Нет? Нет, по-моему, там нам смотрю сняли. Шейгер умирает. Ну, глубоко, очень глубоко. Видим инвокера.
Он бежит в мидл. Че вообще происходит-то? Файт выигрываем, нет? Нет, проигрываем, по-моему. Ну, блядь, что-то... Бум. Идут следом. Да, инвокер идет, кстати, следом. Ой. Нормально получилось, в принципе. Инвокера-то убили. Здесь ему уходить, правда, некуда, да? Да, некуда уходить. Что-то я не подрасчитал, урон не успевал уже прокликать, сколько там минсов, мне казалось хватит. Если бы попал суицидом, нам бы очень хватило. Ну, может даже Тенигу не умер. Он на инвокере далеко очень пошел. Я думал, когда взрыв будет, он типа испугается, отойдет. Ну и я доставить не успел. Вот эти вот, эта суета, да, то что я пошел сюда за ребят, наверное, того не стоило. Мы здесь ненавижу не ходим, нет? Он вообще один, вообще, гоу-гоу-гоу. Я иду, 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 иду. Я отземелье отзвонил. Как же он идеально в тайминг торнадо закинул. Давай, я ему просто не попадаю. Да ёбаный, как они так? Да, вынесли нас. Ну чекер даже не коснул еще. Ничего не успели сделать. Как инвокер офигенно торнадо положил. Вроде нормально начиналось, мы же даже ничего не инвестировали особо. Пиздец, вокер, вокер. На 8 БКБ не хватает. Сюда пришел, что ли? Вот он вообще не был. Упс, опс. Хорошо. Ну, там ТП-шка, там все на ТП. Ну ты мне ничего не сделала. Упали, я спрыгнул. Тини, 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 алло, тут. Тини, ты дурак. БКБ на инвокере. Куда ты побежал? Под тобой был. Все, я ждал. БКБ на инвокере, того стоил. Так, сколько здесь? 8 метров хватает. Будем двигать. Двигать мины. Кука его, у него КД же, нет? Можем убить, попробовать. Ваша центральная башня разрушена. Хорошо. Так. Башек бы, эх. У меня есть этот баш, я даю 5 ударов, у меня герой не башится. Как такое может быть? Ой, в каком я кильке? Я просто не могу играть уже. Упс. Так это я отошел. Инвокер там прожал свои предметы. Здесь явно стоит ставить табличку. Живет на шейкере, нет? Подбирает. Подбирает все. Stay in here, stay in Rosh Pit. Stay in Rosh Pit. Отходим. Та-ра-ра. 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 Ну пойдет, что могу сказать. Могло быть хуже. Могло быть хуже, в принципе. Мне кажется, они это донесут. В эту сторону вредно. А я умираю? А, меня форснули к ним. Меня подсейвили. У нас бараки упали, да, упали. Там, таратан. Что поделать? Что поделать? Так, гемчик. Так. Хм. У нас стоят Т2. Ой-ой-ой. Башер и Айон. БКБ до сих пор не забрал. Ой-ой-ой. Вытасал, да. Выживет, да. Что происходит? Что это вообще?
Здесь ресник был, но ресник же с ультой был, правильно? They don't have two heroes, don't give them tier 2. Defend, defend, защищаем, защищаем. Ой-ой. Стрик не отдать, не критуй. Спасибо. Спасибо за не крит. Должны вырядить драку. Я не верю, что можем драку проиграть. Или можем. Можем, получается. Урса пролетел, отменил ТП. Да, сильно слабее. Сильно слабее у нас. Герои по фарму, получается, слабее, наверное. Я вот что-то хз даже. Мне, походу, надо будет не движениями брать все-таки, а урон с руки. По моим ощущениям. Так что я пока повременю с этой покупкой. Подал лакрити, пуш идет. Выбил айон, кстати, это очень круто. А, неплохо. Я бы сказал, что это неплохо получилось. У меня есть бай, но я бесполезен. Ну, то есть, не знаю, не уверен, что мне нужно давать бэк. Очень много ДПС выдает пангольер, это жесть. Задушили. Сейчас несут нас? Вайбеков нету. ГГ, похоже, похоже, ГГ. ГГ-шечная. Так. Ну, я фортик куплю. Типа, чтобы подсейвить, если что, и не умереть. Не верь, конечно, игра так продлится долго. Что мои парни резнутся, успеют. Но вот буч резается правильно, и можешь что-то попробовать. Ой, я хорошо. Так, это нам доносит уже. Оп. Ах, не спели. Ну там змейки. Змейки. Изи тейчес. Ну смотри, у меня изи тейчес. Смотри, смотри, у меня. Что-то урсы сегодня получилось себя проявить. Урсы. Пам-па-па-пам.